Коллеги, всем привет! Сегодня 8 декабря. Мы находимся на метро Новослободская, номер за спиной. Здесь улица Долгоруковская. У нас сегодня появилась табличка на офисе, поэтому нужно снять офис, показать, как раз там все работают. Поэтому пойдемте в офис, кто будет приезжать в гости, чтобы понимали, где это. Это здание Московской страховой компании, большой офис. А вот здесь вот сидим мы. Симакс, краудинвестинговая площадка номер один в России. Вот в этот звоночек вам надо позвонить, оп, и вас встретят. После того, как попали вовнутрь, нужно подняться на третий этаж, тут не ошибетесь. Дальше, скорее всего, вас встретят, если не встретят, то вам вот сюда и направо. Тут тоже величественная табличка Симакс, и пойдем вовнутрь. Друзья, сейчас мы в самом офисе. Здесь у нас сидят службы технической поддержки, сотрудники отдела продаж, которые занимаются презентацией, объяснением инвестиционных проектов, поднимают трубки, отвечают на различные вопросы. Юля, здесь сидит руководитель, здесь там проводятся вебинары и так далее. Тут рабочая атмосфера, все постоянно кому-то звонят, ездят на периодически на встречи. Это офис, так скажем, рабочий, внутренний, но в принципе сюда можно прийти, то есть он не презентационный. Здесь сидит Никита периодически. Да, Никита, расскажи, что ты здесь делаешь? Сегодня мы занимаемся огромным количеством упаковки различных проектов. Ребята, не думайте, что мы про вас забыли, просто у вас в очереди огромное количество. И чтобы вас обработать, нам, мне кажется, не только дня не хватит, но и ночи. Вот, поэтому в ближайшее время мы со всеми с вами свяжемся, вы все будете у нас на площадке, просто наберитесь терпения. Собственно, то, чем мы периодически здесь занимаемся. Да. Ну вот такая вот небольшое видео интервью, обзорчик того, что здесь происходит. А дальше будет лучше следить за новостями.